Служба безпеки України запобігла потужній хакерській атаці на державні органи України. За допомогою завербованого українського хакера російські спецслужби планували впровадити в комп'ютери українських чиновників замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Замовники з Російської Федерації хотіли отримати несанкціонований доступ до інформації, яка могла блокувати стійку роботу об'єктів інформаційної та критичної інфраструктури. На цю тему ми поспілкуємося з Олегом Старіковим, це військовий фахівець. Пане Олеже, я вас вітаю. Добрий день. Дякую, що долучилися. Тож, як ви розціните такі намагання українського хакера, який працював, як виявилося, на російські спецслужби і хотів ось нанести шкоду саме державним органам управління? Ну, в принципе, есть такие профессии, которые являются не, то есть они работают, где денег больше дадут, там они работают. Вот в том числе хакеры, это одни из них. Где, ну, дело в том, что такие умные руководители богатых государств всегда специалистов такого уровня, которые способны взломать то, что делает в делается в Кремниевой долине, то есть его же коллегами такими, да, они их привлекают туда, в Кремниевую долину. А если они его откидывают и не берут на первичную должность, которая платится там уровня 10 тысяч долларов, да, и у них первичная должность 10 тысяч долларов, то вот они начинают своими умениями, знаниями, начинают взламывать ту систему, которую готовит Google, там, ну, все вот эти известные IT-компании. Поэтому здесь говорить о том, что он гражданин Украины, гражданин России, гражданин Штатов, Индии, Китая, не имеет значения. У них, кто больше платит, на тех они работают. Так, пане Олеже, а наскільки взагалі сьогодні існує ризик з боку, ну, візьмемо Російську Федерацію, здійснювати такі хакерські атаки, і чи можна якось їм запобігти? Ну, только, как, только, во-первых, покупать лицензионное программное обеспечение, то есть не ворованное, а лицензионное. Второе, иметь в системе безопасности профессионала высочайшего класса, которым платить соответствующую зарплату, чтобы их не перекупали. Ну и третье, в принципе, больше ничего нет. Я вот знаю компании, вот в Киеве, да, компании, которые высочайшего уровня работают и на Airbus, и на Boeing. И они в любую систему взламывают банка и заходят туда. Поэтому лично моему товарищу мне показывали, как они туда заходят. Даже директору, председателю управления банка показывают. Поэтому я к чему говорю? На этом сейчас, мир сейчас переходит в шестой технологический цикл. То есть мир стоит на грани уже изобретения искусственного интеллекта. Так вот, кто первый изобретет искусственный интеллект, чьи будут базы данных, и кто освоит 5G, тот станет руководить миром. Поэтому сейчас уже маленькое отступление. С весны 2019 года ведется настоящая война под названием «Технологическая» между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Вот за те вещи, о которых я говорил. Вот кто победит, тот будет править миром. К большому сожалению, Украина имеет таких специалистов такого уровня. Но нынешняя власть не очень понимает важности того, что вот вы, журналисты, понимаете такие проблемы. Ну, объяснить людям, которые первая запись в трудовой книжке депутат или там еще кто-то, или министр, им объяснить невозможно, потому что у них соответствующий уровень образования и мировоззрения. Дуже вам дякую, пане Олеже, за те, що ви долучились до нашого ефіру. Це був Олег Старіков, військовий фахівець. Я нагадаю, що Служба безпеки України запобігла хакерській атаці на державні органи України.